крыло большого удлинения, чтобы улучшило весовые и конструкционные характеристики этого самолета. Много, я помню, было споров, рассуждений, обсуждений по поводу этого крыла. И тем не менее, посмотрите, на что способен этот полностью, полностью все модификационные легкие испытания самолета уже. Силовой установки в настоящее время на самолете установлены высокоэкономичные двигатели Pratt & Whitney, большой двухкорпус, простите, с низким уровнем шума, с хорошей взлетной тягой, но в перспективе на этом самолете. Комфортного прекрасного самолета МС-21-300.